Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давай выполним упражнение 184 на странице 95 учебника по русскому языку для первого класса автора Климановой. Запиши пословицу, подчеркни «жи». Век живи, век учись. Пишем за главной буквы первое слово «век». Живи. «Жи» мы пишем с буквой «и». Ставим тире. Век. Учись. В конце пишем мягкий знак. И ставим точку. В слове «живи» подчеркиваем сочетание «жи». Понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Есть предложения, пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.